В данном случае это будет смешно слышно, то есть если вы отрежете палец страшно, клиента, да, и приложите его к отпечатку, он его не откроет. Главная задача, чтобы свежий, хороший палец с функциональной кровью, это будет, да, самое... Если отрезал, то только, да, сразу надо приклеить. Да, да, да. То есть либо сразу возле двери отрезайте палец, либо не отрезайте его вообще. Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві з виробництва з ламосіки і дверей та сейфі компанія «Моноліт». Сьогодні ми поговоримо про те, як ми рятували двері. Розповімо історію дверей, яка почала ще задовго до того, як ми почали їх виготовлювати. Сьогодні ми будемо з Антоном, це компанія «Локсміт». Вітаю вас, друзі! Компанія «Локсміт». Я являюсь представителем, менеджером даної компанії. Ми займаємося тщательним підбором профессиональных замков, дверей, соответственно. В данном случае мы столкнулись с проблемой, связанной с входной дверью заказчика. У него был вопрос с комплектацией замков под контроль доступа, чтобы это можно было интегрировать в систему умного дома и также само открывать, закрывать двери с помощью отпечатка пальца, чтобы сильно не заморачиваться с ключами. Также для детей, чтобы это было удобно открывать с телефона. Как правило, там новое направление тинейджеров всех, то есть ходить со смартфонами. И это довольно удобно, когда ты подходишь к двери и открываешь ее, не доставая ключи. А в данном случае реализация была проекта сугубо по замкам. То есть мы комплектовали всю часть, которая отвечает за исполнение и за считывание этой информации. В данном случае это был отпечаток пальца. Это был механический разблокировочный замок и моторный замок, который у нас представлен финской компанией Abloy. И, образно говоря, все дополнительные комплектующие, которые мы вводили и как бы предоставляли заказчику. Заказчик изначально решил заказать двери отдельно на производстве. Мы не знаем, что это no-name производство. И столкнулись с такой проблемой, что заказчик звонит, говорит, что никто не может поставить эти замки. Делали двери, никто не может в них врезать ничего. То есть, и попросил, чтобы мы помогли ему в этой ситуации. Так как мы сотрудничаем плотно с компанией «Монолит» и очень уверены в их качестве, мы решили обратиться к Ивану, чтобы он помог нам реализовать проект термической двери, который будет держать и холод, и тепло, и, соответственно, интегрировать наши замки, нашу систему, услышать наши как бы пожелания по замкам, по тому, как они должны были установлены в эту дверь. И, соответственно, она должна содержать была красивый дизайн, чтобы это было и стильно, и практично, и, соответственно, чтобы это было функционально. А в нашем случае, вот мы сейчас стоим на производстве, все реализовалось довольно хорошо. Если так кратко рассказать про дверь, что здесь будет использоваться, здесь используется капиллярный отпечаток пальца. Он отличается от обычного отпечатка пальца тем, что считыватель постоянно находится в подогретом состоянии. И он будет считывать только тогда информацию, когда вы поднесете палец функционирующей кровью. Для чего это существует? Это существует для того, чтобы нельзя было считать отпечаток. В данном случае это будет смешно слышно. То есть, если вы отрежете палец клиента, да, и приложите его к отпечатку, он его не откроет. Главная задача, чтобы свежий, хороший палец с функциональной кровью, это будет, да, самое... Если отрезал, то только, да, сразу надо приклеить. Да, да, да. То есть либо сразу возле двери отрезайте палец, либо не отрезайте его вообще. И, да, реализован еще замок моторный Abloy финский, который интегрирован в систему умного дома. То есть здесь есть контроллер, который считывает информацию умного дома и подключается он к смартфону по Bluetooth, то есть в таком формате довольно интересно. Также здесь мы предоставили Ивану доводчик скрытого типа, чтобы его не было видно, но, соответственно, чтобы он выполнял функцию, функцию своего доводчика, то есть чтобы он как бы двери термические, они сделаны специально для того, чтобы делать барьер между холодом и теплом, теплом и там холодом, чтобы это все сохранять. И он тут должен присутствовать в любом случае. Ну и дополнять ее как смарт-дверь. Да, конечно, потому, как, конечно. Дополнять как смарт-дверь, потому что, по сути, смарт-дверь обязательно должна быть оснащена доводчиком. Ну вот я же говорю, я хотел поподробнее, ну, рассказать предысторию. Антон как бы вскользь упомянул, что была как бы попытка сделать такую дверь образно с этими же комплектующими. И по сути, наша компания «Монолит», она взялась как бы делать дверь уже на вот готовые комплектующие, которые уже были куплены. Это был очень дорогой, хороший замок Abloy, это был датчик отпечатка пальца, это был доводчик, это была вот эта как бы ручка. Это все были комплектующие, на которых не было сэкономлено.
но при этом предыдущий производитель дверей, который взял на себя обязательство это выполнить, он просто-напросто как бы, ну, взял ношу не по себе. Здесь как бы все это, ну, продолжалось обычным, ну, как для меня, как для производителя дверей, который уже больше чем 17 лет занимается производством дверей, то, в принципе, он прошел весь тот путь ошибок, который когда-то, на самом деле, и приходилось проходить мне. Это, скажем так, каждое комплектующее, которое вот пытались установить в эту дверь, инсталлировать, оно вот упиралось в какие-то проблемы, которые производитель пытался решить, переделывать. И вот что самое как бы печальное вот и с такими комплектующими, дорогостоящими, то, что в большинстве случаев такие комплектующие нужно, скажем так, предусматривать их крепление, их монтаж, их инсталляцию. Вообще на этапе только как бы проектирования двери, не говоря уже о том, когда уже сварена конструкция и пытаются туда что-то впихнуть. А впихивали же по месту. Впихивали по месту. Приехали, вот посмотрели. Я говорю, что там получается, когда я приехал на объект, ну, хотя бы ну, посмотреть ситуацию и как бы либо попытаться выйти из той ситуации, которая уже сложилась, ну, скажем так, производитель пытался сделать дверь больше, чем полгода. То есть он как бы быстро сделал дверь, быстро привез на объект, быстро установил. А вот когда он начал ставить уже вот эти дополнительные комплектующие, все уже пошло вообще не так быстро, как он планировал. Начиная там с доводчика, то есть он столкнулся с проблемой врезного доводчика, что он никак не становится как бы в существующую дверь. Это надо было предусматривать заранее. Продолжая проводами, которые должны были проходить в само полотно двери, которые уже по месту делались. И уже это все, ну, скажем так, терпение заказчика лопнуло на том, что когда пытались сделать кабель-проход из полотна двери на раму, то уже никак он этот кабель-проход не мог установить, он никак не работал. И уже как бы заказчика это насторожило, заказчика вот этой данного дверного блока. И он уже как бы обратился к компании Locksmith, которая ему предоставляла замки. И вот уже как бы они меня попросили поехать посмотреть, ну что там можно сделать, нельзя. При той конструкции, которая там стояла, уже сделать, к сожалению, ничего нельзя было. Ну точнее, можно было бы, ну вот даже установить тот кабель-провод, все это как бы работало. Но основная проблема, как оказалось, эта дверь была очень косая, кривая, то есть ни о какой герметичности, ни о каком прилегании там речи не шло. И по сути эта дверь бы, ну работала бы как холодная батарея весь период своей эксплуатации, сколько бы она там не прослужила, она бы просто-напросто как бы холодила. Вместо того, чтобы сохранять тепло, она бы благополучно выпускала на улицу, а с улицы бы запускала мороз. Дверь, вот эта дверь, она там и красилась по месту, то есть, ну, и там и окна ставились по месту. Ну, как бы там вот производитель, который попытался сделать данный дверной блок, он прошел свой как бы путь. Десятилетний путь он, в принципе, попытался пройти на одной двери. Но будем надеяться, что он сделал какие-то выводы, и впредь он этих ошибок не допустит, если ему, в принципе, кто-то еще даст возможность повторить такой проект. Проект был очень интересный, как бы, как по своему наполнению, как по дизайну. Мне, ну, вот этот дизайн, на котором решили остановиться, отчасти что-то мы предложили, какие-то запросы уже были, какие-то материалы, то есть, ну, которым обшивается фасад дома, эти материалы были взяты за образцы, это кусочки камня, это какие-то кусочки доски. Все это очень хорошо совместилось с вот этими цветами, которые были выбраны для внешней отделки, это титан и бетон, бетон темный. Все это было выделено, замочная часть, она была приподнята относительно всего полотна. Вот это все хорошо сыграло с вот этой ручки на планке, огромного размера ручка, которую особое внимание было уделено именно монтажу данной ручки, так как ручка установлена только с одной стороны, поэтому это нужно было все предусмотреть. Опять же, на этапе металлоконструкции все нужно было предусмотреть, и все эти крепления для ручки, они должны были быть установлены еще до этапа отделки. Со стеклопакетом тоже как бы был выбран самый энергосберегающий стеклопакет, который можно было только достать. Огромной толщины стеклопакет со всеми возможными наполнителями газами, со всеми возможными наполнителями энергосберегающей пленки. Также было выбрано серое антрацитное стекло, одно из стекол выполнено серое антрацит, для того, чтобы как бы все это играло в общем сером стекле.
стиле. Внутренняя панель выбрана одноцветная, белый цвет, который также будет играться внутренним убранством уже коридора внутри дома. На данном этапе проект завершен в плане изготовления, и остался только монтаж. Если завтра ничего не поменяется, завтра будет производиться монтаж данного дверного блока. Антон, представитель компании Locksmith, приехал убедиться, что все сделано так, как мы обсуждали, так, как обсуждали с заказчиком, обсуждали во внутренних, скажем так, вопросах с компанией Locksmith. Так как это был вот именно проект, делался заказчик, компания Locksmith и компания Monolith, вот это все задачи как бы ставились, обговаривались, и вот конечный результат — это плод сотрудничества компании Locksmith и компании Monolith. Да, помимо завтрашнего монтажа, думаю, что мы спланируем еще выезд нашего специалиста на настройки данного устройства, потому что здесь немаловажно, почему Ваня сказал про кабелепроход. Это один из главных артерий данной двери, которая сделана для того, чтобы все можно было подключить и функционировало это все правильно, так как хотел заказчик. Компания Monolith хорошо проверена, сделала все термично. То есть здесь как бы надеемся, что заказчику то, что он хотел изначально, когда он обращался в другую компанию, он получит и будет очень доволен. Мы, в свою очередь, наладим это все, настроим, чтобы это функционировало так, как он хотел. Немаловажно, чтобы то, что доносит заказчик, слышалось. Здесь вроде все соблюдено, лично проверили, посмотрели, то есть перед тем, как устанавливать их заказчику. Надеемся, что ему все понравится. Мы постарались. Вы постарались. Уже по фотографиям, которые мы сбрасывали, видели, заказчик сказал, что бомба, супер. Да, понятно. И еще как бы тоже интересный нюанс во всем этом проекте. Это то, что заказчик не находится на месте, то есть он удален. То есть, и все получается, всю информацию он получает в фото-видеоматериале. В переписках, фото-видеоматериал, он получал, скажем так, начиная с этапа замера, получал информацию, как это все, ему доносились вообще как бы, минусы уже той двери, которая была установлена, невозможность, либо возможность устранения тех или иных нюансов, которые были по двери. И, в принципе, как бы он принимал решение, то есть получив максимальный объем информации по фото, по видео, то есть по переписке. Далее, когда он принял решение, что в принципе, реинкарнировать трупа не имеет смысла, по сути, это так и есть, это реинкарнация трупа была, то уже, как бы, опять же, он удаленно, как бы, согласовывали с ним материалы, то есть вот эти фрагменты камня, дерева, то есть вот это все, как бы, сопоставляло с образцами пленки, я высылал ему, как бы, на согласование, высылал компании Locksmith, а Вадим уже непосредственно общался с заказчиком. Компания Locksmith уже вела переговоры непосредственно с заказчиком, уже фото, имея фото и видео материал, согласовывался. Также на этапе изготовления тоже я отправлял, как это дверной блок изготавливался, какие, скажем так, ключевые моменты, которые были здесь применены, которые наиболее важные, они тоже как бы были освещены либо фото, либо видео, которые тоже отправлялись заказчику. И заказчик уже, как бы, следя за этим всем, можно сказать, присутствовал. Даже я уже молчу, как бы, что он присутствовал в целом. Как бы современный подход, сейчас в наших реалиях. А он фактически присутствовал, как бы, чуть ли не здесь на производстве. То есть это вообще, такого, как бы, обеспечить. Прямой контакт. Да, это высшая, как бы, уже высшая степень взаимодействия производителя и заказчика. То есть, такое, как бы, таким похвастаться... просто не то, что немногие, то есть, я не знаю, кто таким может похвастаться, так, чтобы, можно было показать вот все, скажем так, тыльные стороны двери, которые на самом деле, как бы, если брать какие-то простые двери, которых, скажем так, бюджет, взят именно не из расчета на то, чтобы сделать хорошо, а из расчета, чтобы просто взять заказ, а то, как получится, как сделали, так и получилось. Проблема маленького бюджета, когда человек рассчитывает на то, что ему там за меньший бюджет он получит что-то, то, как правило, за меньший бюджет человек получает, как получилось, так и сделали. То есть, уже иначе это как бы назвать нельзя. Поэтому заказчик присутствует полностью на всех этапах ключевых изготовления двери. Также он будет, скажем так, получит фото-видеоотчет о установленной двери.
И, соответственно, уже ваш завершающий этап работы – это настройка вот этого всей системы, получается, умного замка. Он также, я думаю, что вы ему тоже отправите отчет уже о полностью работоспособности. Ну да, в целом у нас получается более индивидуальное производство. То есть мы занимаемся главной проблематикой, то есть клиента, что он хочет получить. Подбираем ему лучший вариант по механическому исполнению, то есть это можно отнести к этому и смарт-технологии, и обычную механику, чтобы он понимал, что когда он закрывает дверь, это уверенность на долгое время, что туда никто не проникнет. И что замок не подведет. Ну это самое тоже, главное, да, в входной двери – это металлоконструкция. То есть, когда качественно сделана металлоконструкция без никаких перекосов и элементов, которые будут мешать двери, соответственно, наши замки, Ивана производство, которое делает довольно серьезные вещи с металлоконструкциями, это будет, ну вот, результат этого воздействия двух компаний, которые специализируются и на одном, и на втором. Да, компания, ваша компания, ну, что немаловажно, вы тоже как бы на опыте предлагаете именно те решения замков, которые будут служить в такой двери, потому что, ну, замков их валом. Некоторые люди думают, что можно там, заказав замок там с AliExpress там за $50, и он у них будет как бы покроет весь список их задач, то это как бы весь список он покроет, но основную задачу не покроет, сколько он прослужит этот замок. То есть это очень важный аспект, который вот может только как бы сделать выводы по этому аспекту только компании, которые постоянно сталкиваются с такими решениями и готовы как бы на своем опыте предложить такой вариант замка, датчика отпечатка пальца, доводчика. Вот та компания, которая вот имеет хороший опыт, ваша компания имеет очень хороший опыт в данной отрасли. Да, никогда не сэкономить. Ну, на замках можно сэкономить, но, как правило, в нашем опыте это заказчик всегда платит два раза. То есть он приобретает что-то вне, которое не подходит здесь. И, но ему уже понравился сам функционал, и мы, соответственно, подбираем уже в Украине здесь у нас правильные замки. То есть здесь как бы очень важно обращаться хотя бы за консультацией, то есть чтобы понимать перед тем, как вы что-то заказываете. Ну, а если вы хотите сделать что-то хорошее и продумать это все, никогда с вас деньги заранее не берем. То есть мы все сделаем, прочитаем, сбросим вам, вплоть до того, что можно приехать на производство, увидеть, почему наши двери стоят так. То есть, да, то есть, ну, здесь, да, они, конечно, как бы это не дешевые двери. Да. То есть, мы отвечаем качеством. Исполнение – это первое, что, и второе – вы получаете тот продукт, который стоит этих денег. Ну да, изначально наше вот как бы сотрудничество, оно было завязано и основано. Вот именно основой нашего сотрудничества всегда вот это было то, что мы никогда как бы не будем делать, исходя из того, что сделать там попроще, ну так как, скажем так, мы всегда вот как бы ставили планку делать хорошо. И вот как бы все отталкивалось от того, чтобы это было решение, на котором на как века, бы не, как да, не сэкономлено, да. И это как бы все не вылезет боком заказчику. Вот как бы, ну, вот основное условие сотрудничества — это было бескомпромиссное решение, которые будут служить долго, служить будут качественно и не будут создавать проблем ни как заказчику, и естественно, не будут нам лишних проблем. Ну и будет выглядеть красиво. Да, ну и по дизайну, само собой. Дизайн немаловажно. В нашем мире сейчас возможно, чтобы это было красиво, и главное, чтобы это было еще и функционально. Ну, и надежно. И уверен. То есть это надежно. Красота, надежность и функционал. Все. Но в данном случае, думаю, что мы закроем, сделаем еще какую-то хорошую презентацию по этой двери, чтобы понимать, потому что это термодверь, это немаловажно, что это термодверь. Потому что входных дверей, когда вы покупаете его там в других компаниях, вы должны понимать, что термодверь — это для того, чтобы у вас внутри было тепло, либо сохраняла температура, которая есть, а когда снаружи — разные другие погодные условия. Да. То есть это немаловажно, потому что в данном ситуации, когда вы сохраняете тепло, вы экономите деньги на отопление своего дома. То есть это тоже немаловажно. Да, в долгу это, ну, это очень хорошая экономия, тем более в данной ситуации, когда тепло, то есть электричество, то его нет, то сколько будет цена на газ, непонятно. Поэтому экономить тепло — это, ну, это очень актуальная тема. И вот в уличных дверях, в термодверях, и вот как бы, ну, вообще это отдельная, как бы, скажем, нельзя так. Нельзя ставить двери. Порода дверей, да, это отдельная вообще, вот как бы, вот по всем параметрам это отдельная категория дверей, уличные двери, которые именно выбрана как отделка для того, чтобы, ну, вот с этими агрессивными средами. Жара, холод, мороз,
снег, дождь, вот эти все агрессивные среды, чтобы не воздействовал на отделку. Так и эти двери должны быть герметичными и иметь минимальный коэффициент теплопроводности. А в данном именно проекте, то здесь как бы еще ко всему этому добавился вот этот нестандартный размер, нестандартная, да, то есть нестандартная толщина самой двери, то есть да, здесь термодверь, термопанель наружная, здесь термопанель внутренняя, здесь полностью наполнение, то есть идет с минимальной теплопроводностью. И вот из особенностей это вот дополнение, это дополнительная створка и получается стеклопакет в ней, то есть на максимально возможной площади остекления. Максимально возможное это здесь, скажем так, предыдущий производитель не смог вытянуть столько как бы остекления. Здесь тоже как бы определенно пришлось применить свои знания, применить свой опыт и применить те материалы, которые сейчас позволяют сделать именно максимальную площадь остекления, фактически такую, как на металлопластиковых дверях. Это, ну, это тоже было, ну, незаметно, но на самом деле это было достаточно сложно. Поэтому компания Locksmith, компания Monolith приложили свой опыт, свои усилия, свои знания для того, чтобы реализовать данный проект. Еще про термодверь, когда обращайте внимание, когда приобретаете двери, даже, ну, образно говоря, у нас индивидуальное производство, да, у нас нельзя купить двери. Когда покупаете двери для уличного типа, самый важный элемент в этой входной двери — это термичность. То есть то, что говорили ранее, да, теплопроводность. Да, минимальная. Если вам говорят, что это пленки специально для улиц, и это все, то есть на входной двери, да, это, можно сказать, вы покупаете обычную дверь, которая просто сделана с пленкой, уличной пленкой там, или уличной отделкой. Но она не будет нести... И то не факт. Она никакого не будет нести пользы для вашего дома. Если это дом, он должен быть теплым, он должен быть безопасным. Тепло это в домах это одно из, можно сказать, 50% успеха входной двери. Да. Если есть термоэлемент, это препятствие попадания холодного воздуха либо соприкосновения горячего холодного. В данном случае это уже плюс очень большой. А дальше уже дополняем это замками и безопасностью. Я думаю, все могут задать вопрос, почему все черное, а это у нас в серебре. А почему все черное? А вот это в чем? То есть ручка, вот верх и низ. Не, ну видишь, два квадрата и квадрат. Ну... Я могу ответить, почему. Потому что это идет нержавеющая сталь, антибактериальная. Из-за того, что я ранее говорил, что здесь капиллярная система стоит, считывание пальца. Для того, чтобы каждый раз вы дотрагиваетесь пальцем, не передавать бактерии, которые находятся у каждого человека на пальце, как минимум их миллионы. То есть оно сразу же, получается, подогревается, и оно антибактериально, то есть специально сделано. Да. Эти все считыватели можно ставить и в больнице, то есть такого формата. То есть довольно такая интересная. Ну да, я знаю. И они не бывают черные, они бывают только в таком цвете, потому что это нержавеющая специальная антибактериальная сталь. Есть такие ручки, еще шариковые паркеры, очень дорогие. Я тоже знакомому покупал вот именно с такой стали. Если вы заинтересованы в индивидуальном изготовлении двери под себя, то чтобы это было, чтобы вы понимали, что она отвечает качеству и отвечает вашим пожеланиям, я думаю, обращайтесь в компанию Monolith Locksmith, образно говоря. Да. Мы поможем подобрать это все, сделаем вам как коммерческие предложения, то есть, чтобы вы понимали, если что, можно даже встретиться здесь на производстве и увидеть, как это все производится. Будут нужны качественные двери, сейфы. Мы находимся в городе Киеве. Обращайтесь. С удовольствием вам поможем в данном вопросе. Про сейфы нужно будет отдельно даже заснять. Не, про сейфы вместе. Снимем, да. У нас тоже есть совместные проекты по сейфам. Да, очень много проектов по сейфам. То есть мы как бы уверены, что это топ-1 в Украине, то есть по сейфам. Когда вы хотите защитить свое там имущество, деньги, документы, то нужно обращаться в компанию Monolith. Те сейфы, которые только мы привезем, поставим, и все. Больше никто их не заберет. И правильно? Не откроет. И не откроет. Да. На такой ноте заканчиваем. Друзья, какие будут вопросы, пишите в комментарии, подписывайтесь на наш канал, ищите, в описании будут также контакты компании Locksmith, у них есть телеграм-канал. Я думаю, если что, я тоже в комментариях, если есть вопросы по замкам какие-то, то мы в комментариях в YouTube тоже ответим. Я подписан, конечно, на компанию Monolith, у нас все сотрудники подписаны на компанию Monolith в YouTube. Спасибо, образно говоря. Я думаю, кто это пишет такие плохие комментарии? Если будут вопросы по замкам конкретно, то есть по каким-то системам, то можете писать в YouTube, то есть мы ответим с удовольствием. Все буду Украина. Да, все буду Украина. Спасибо нашим защитникам. Да. Слава ВСУ. Всего доброго. До свидания. До свидания.